Приветствую, на связи Николай Жаричев, один из основателей самого мощного, самого денежного и самого вирусного маркетинга «Живая очередь». Сейчас я буду порционно выдавать вам информацию про деньги, про бизнес и про возможности, которые нельзя никак упускать. Это будут короткие видеоролики, в которых будет максимум конкретики и минимум воды. Уже в первых видеороликах я отвечу на два самых главных вопроса, которые возникают в голове у большинства из вас. Какие это вопросы? Сколько я смогу с вами зарабатывать и что мне для этого нужно делать? Также я приведу огромное количество примеров, как десятки тысяч людей из разных городов и стран каждый день зарабатывают с нами достойные деньги и выводят эти деньги каждый день на свои нужды, а также получают очень крутые ценные подарки. Я очень хочу, чтобы вы внимательно изучили ту информацию, которую будет присылать вам наш виртуальный помощник. Инвестируйте 20 минут своего драгоценного времени в изучение информации. Я очень надеюсь и очень хочу, чтобы наша компания была тем самым инструментом, который вы уже давно искали в интернете. Инструмент, который позволит вам самореализоваться, раскрыть себя, свой потенциал и выйти на очень серьезный заработок. Итак, маркетинг «Живая очередь» работает по принципу живой очереди. Вы активируете юнит. Стоимость одного юнита 300 рублей. Вы можете активировать 3 юнита, можете активировать 10 юнитов. Чем больше у вас юнитов, тем больше доход по основному маркетингу. Справа цифры заработка одного юнита. Соответственно, если у вас 3 юнита, умножайте эту цифру на 3. Если у вас 10 юнитов, умножайте эту цифру на 10. Давайте разбираться на примере одного юнита. Что важно знать? Один юнит равен 300 рублей и равно 300 кристаллов на баланс этого юнита. Каждые 24 часа с баланса списывается по 9 кристаллов. Эти кристаллы образуют технические юниты, которые встают в конец очереди и толкают всю очередь вперед. Итак, друзья, мы прежде всего IT-компания, которая предоставляет сервисы автоматизации бизнеса, такие как вебинары, визитки, конструкторы лендингов и прочее. Но также нашей основной миссией и целью является создать новое поколение интернет-предпринимателей. Мы считаем, что бизнес в интернете в 21 веке должен делаться легко и на автомате. Поэтому все, что можно автоматизировать, нужно сделать. И как у любого сообщества, у нас есть чат, в котором люди общаются, где сильные помогают слабым. Я хочу показать тебе один день из жизни нашего чата. Я попросил партнеров нашего сообщества, чтобы они скинули свои результаты за этот короткий период, сколько они заработали благодаря нашим инструментам и нашей компании. И поверьте мне, это очень серьезные деньги за такой короткий период. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 7 раз услышать. Также у нас есть бот, который автоматически делает картинки с поздравлениями. Оба чата растут каждый день на сотни людей, а в скором времени на тысячи и десятки тысяч людей, потому что мы как вирус проникаем в каждый гаджет, в каждое устройство в интернете. Если ты первый раз о нас услышал, поверь мне, в скором времени ты будешь слышать нас из каждого утюга, видеть нас в каждой социальной сети. Поэтому присоединяйся уже сейчас, прими правильное решение и посмотри, какие чеки зарабатывают наши партнеры за этот короткий период. Поехали!
«Живая очередь» – это проект, в котором можно заработать абсолютно без приглашений. «Живая очередь» – это проект 2021 года, в котором можно зарабатывать неприлично большие деньги. А при достижении определенных уровней можно получить подарки, такие как Яндекс.Станция, iPhone 12, MacBook, автомобиль Hyundai Solaris, а также квартиру и еще много других подарков. Не веришь? Регистрируйся и убедись в этом сам. Я очень надеюсь, что ту информацию, которую вы просмотрели, вам понравилась, и вы готовы стать частью нашей команды. А те люди, кто еще сомневается, запомните одну простую вещь. Сомнение – это убийца возможностей. Не нужно сомневаться, друзья мои. Не нужно сомневаться в себе, в своих собственных силах. У вас обязательно все получится. У нас есть подробное пошаговое обучение для всех новичков. У всех все получится.